На татами Центра боевых искусств «Белый дракон» вырос не один десяток сильных бойцов. Некоторые продолжают заниматься профессиональным спортом, но уже на другом уровне, в северной столице нашей страны. Молодое поколение продолжает славные традиции предшественников. Поехали в составе 7 человек. 3 первых, 1 серебро и 3 бронзы взяли. Приехали двое, 14, 15, 16, 17. Попали в сборную края. Сейчас вот 27-го. Будем ехать на отбор на Россию в город Ахтубинск, это Астраханская область. Если получится, дай бог, чтобы мы прошли там отбор, то в марте, в середине марта будет уже идти первенство России в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что мы туда попадем. Техника, по которой руководитель и тренер Центра боевых искусств Армик Баласян готовит спортсменов – симбиоз жесткого направления школы кунг-фу и философско-боевого стиля айкидо. Поэтому и набор в группу ведется не просто по физическим показателям. Выбирают думающих спортсменов. Способность ребенка мыслить, видеть, понимать. Критерий очень много. Есть определенная группа, ребята набираются с 10 лет, это в группу самообороны. Это согласование с родителями, это не для вот ребят, которые выезжают, бьются, а именно чисто самообороны. Далеко не все, кто приходит перенимать знания Белого дракона, остаются с ним навсегда. Этот вид восточных единоборств требует проявления воли, терпения и силы духа. Эти качества, воспитанные на тренировках, проявляются и на соревнованиях, и в повседневной жизни. Вадим Родин, Максим Лагоша, Анапа Регион.